Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Спешу поздравить всю мужскую часть моих подписчиков с праздником Днем Защитника Отечества. Будьте всегда опорой для своих родных и близких, в общем, оставайтесь мужиками. Ну а сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 23 февраля по 2 марта. Ну что, поехали! И первое, о чем я хочу сказать, это скидка 30% на культовую классику. Скидка будет действовать до конца Фарзафона, ну а мы переходим к испытаниям. И за первое испытание можно получить 3 призовых игры. Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать технику скорость 20 раз. Все как всегда, берем быстрый автомобиль и катаемся какое-то время на максимальной скорости. В общем, сложностей с этим испытанием возникнуть не должно. За второе испытание можно получить 35 тысяч опыта. А для его выполнения вам потребуется классическая гоночная машина. Ну а чтобы пройти это испытание, вам потребуется продемонстрировать технику обгон 5 раз. Выполняется она достаточно просто, вам нужно всего лишь обогнать соперника. Но в техниках она значится почему-то не обгон, а пройдено. В общем, просто обгоняйте соперников на старте и перезапускайте гонку. За третье испытание можно получить 55 тысяч кредитов. Для его выполнения вам потребуется классическая раллийная машина. Ну а для того, чтобы пройти испытание, вам необходимо продемонстрировать технику сорвиголова 10 раз. Для выполнения этой техники вам нужно демонстрировать обычные техники в быстрой последовательности на большой скорости. Самый простой вариант – это выехать на магистраль и лавировать между автомобилей. Главное – постараться не врезаться. Но автомобилей сегодня не будет. Да, в этот раз Фарзафон обделил нас автомобилем. Вот такой вот получается праздник. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Фарзафон, который стартует 2 марта. И поддержи меня лайком, чтобы в следующий Фарзафон разыграли 3 автомобиля. Всем пока и удачи с выполнением заданий!